Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Это событие изменило ход мировой истории и судьбы людей. Наша задача – сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. В связи с режимом самоизоляции из-за коронавирусной инфекции большое количество патриотических акций и мероприятий реализуется в режиме онлайн. Поэтому с 20 апреля Казанский федеральный университет запустил флешмоб-акцию «Помним, читаем, творим». Ректор Ильшат Гафуров призвал принять участие в акции всех желающих и выразить таким образом свою благодарность участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за нашу свободу и мирную послевоенную жизнь. Уважаемые друзья! Давайте же мы все будем вместе хранить нашу великую историю, нашу великую культуру, нашу память. Читая строки, а каждый из нас совершит очень важное для нашей памяти, для нашей совести и нашей культуры путешествие в прошлое. Помните, друзья, без прошлого и уважения к нему нет нашего будущего. Спасибо и надеюсь на ваше участие. В акции приняли участие уже более 1000 студентов, магистрантов, аспирантов, сотрудников и преподавателей университета. Акция «Помним, читаем, творим» посвящена 75-летию Великой Победы. Поэтому я и не могла не участвовать в этой акции. Для меня, для нашей страны, это самый главный, самый важный праздник – 9 мая, День Победы. Это акция литературно-творческая. Я прочитала отрывок из повести Бондарева «Батальоны просят огня». Бондарев – писатель-фронтовик. В его произведениях настоящая правда о войне, а его герои – простые русские солдаты, которые завоевали нам победу. Помним, читаем, творим. Любой желающий может принять в акции активное участие. Радует и то, что во флешмобе приняло участие большое количество детей. А это значит, что молодое поколение знает, помнит и не забудет историю своей страны и своих героев. На мой взгляд, нужно помнить о ветеранах не только в День Великой Победы. Мы должны быть благодарны каждый день. Важно сохранить память о подвигах наших предков и пронести ее сквозь поколения. И акция «Помним, читаем, творим» – хорошая этому возможность. Я выбрал песню «10-й наш десантный батальон», потому что она отражает храбрость и героизм, с которыми солдаты шли в бой за мирное небо над нашей Родиной. Если вы еще не участвуете в акции «Помним, читаем, творим», то у вас еще есть такая возможность. Необходимо снять видео, как вы исполняете произведение о Великой Отечественной войне, или сфотографировать уже готовую работу. Подробности об этом вы можете узнать на официальном сайте Казанского федерального университета. Эльвира Зорина, Универньюз.